Мир всем, дорогие друзья! Сегодня я хотел поделиться, как мы солим капусту. Первый раз мы солили обычным рецептом, когда капуста крошится мелко, добавляется туда тоже морковка. Вот, соль, все это размяли хорошо, но не сильно. И разложили по банкам и спустили. Вот. В этот раз мы решили сделать еще один другой рецепт в маринаде. Значит, капуста, сейчас покажу. Ну, рубится вот такими вот крупными квадратиками всякими, четвертиночками. Вот. Значит, этот, кто у нас, свекла, рубится соломкой. Также морковка. Чеснок тоже нарезается. Вот. Рекомендуют именно не на чеснокодавке, а именно нарезать. Вот. Все это разложили, размешали, тут добавили соль. Этот рецепт в маринаде. Маринад, значит, скипятили кипяток, воду. Туда добавили горошек простой, горошек душистый, лавровый лист, там соль, сахар, ну и уксус яблочный, можно там натуральный. Вот, когда все это разложили, залили аккуратненько кипяточком, закрыли, все и убрали остужаться. И, в принципе, на второй-третий день это уже готово. Вот. Баночки потом посмотрим. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.